первый день года обезьяны китайские прокатчики заработали рекордные 100 миллионов долларов. Лидером праздничных показов стала сингганская комедия «Русалка». Эта картина собрала 42 миллиона долларов. Второе место у продолжения боевика «Из Вегаса в Макао» – 28 миллионов. И закрывает тройку лидеров вторая часть фильма «Царь обезьян» у этой ленты – 26 миллионов. Стоит отметить, что «Царь обезьян» – первый китайский фильм, который одновременно стартовал в 100 городах 30 стран мира. Дата премьеры выбрана не случайно, это день праздника весны.